Здравствуйте, добро пожаловать на канал питомника «Извините, удачи». А это наши самые тихие питомцы. Не гавкают, не мяукают и даже не чирикают. Самые спокойные создания в нашем доме. Ага. Синечка и Санечка. Вот так вот. Видите, блин. У нас одна тут зажигалочка, остальные старушечки пристают ко мне. Идите, гуляйте. Да чего же все-таки красивые купированные боксеры? Вот утро у меня начинается не с кофе, не с завтрака, а с выгула собак. Сейчас по очереди. Сначала боксеры у меня гуляют, потом кардиганы, а потом уже цверкпинчеры. Что не так? Тебе не нравится? Давай я тебе ее кину. Давай. Вот так мы кидаем игрушечку в рюк и кидаем. Ее братец Евсей. Жил у нас дома до, не знаю, полугода, наверное. Или, может, подольше, я уж точно не помню. Но месяцев с трех он уже умел открывать двери и на себя, и от себя. Идешь по коридору такая, дверь открывается, он смотрит, что ты идешь, и обратно дверь закрывает. Жутковато. Вот. Потом он очень четко понимал практически сразу связь пульта телевизионного с тем, что сейчас включится телевизор. Он любил смотреть телевизор. Вот только берешь пульт, он сразу садился и начинал смотреть телевизор, пока ты еще его не включил. Но у тебя пульт в руках, он будет смотреть на телевизор, ждать, пока ты его включишь. Ну, это как-то раз ночью у нас на окнах стоят рулонные шторы, которые веревочками открываются, закрываются. Ночью как-то началась гроза. Я просыпаюсь от того, что прямо раскаты грома очень серьезные такие, вспышки, молнии. И смотрю, он сидит около окна и дергает за эти веревочки, потому что ему не видно, что там происходит. Он пытается открыть эти рулонные шторы. Дергает за веревочки, но не понимает, за какую. Там же нужно за одна поднимает, другая отпускает. У него просто он не разобрался в том, за какую. Вот он за обе тянул, чтобы посмотреть, что же там грохочет так. Сеня всем показал, что у нее есть мячик. Что, типа, бегайте за мной. Вот. И я все время смеялась, дочке говорила, слушай, ты при нем, говорю, квартиру не открывай там ключом, потому что такое ощущение, что он правда вот сидит и запоминает, как ты открываешь замок ключом, как скоро придем, а он ушел. Очень такой умный был пес. Ну вот с умными собаками жить очень тяжело, потому что они умные. Ну и в итоге этот мальчишка у нас уехал в США жить. Купили его туда. Тоже у него была не очень сначала удачная судьба, но в итоге все хорошо. Он попал в семью, которая его очень любит. У него там свои бассейны, игрушки. Очень хорошо собачке повезло в итоге. Так, все ждут, все ждут. Красота моя. Кто первый? Санюшка у нас первая сегодня. Санюшка у нас. Ну, у нее сейчас быстро сожмут. Санька, не сдавайся. И Сеня у нас собака с сложным характером. Она влезать в драку, это вот к ней. Поэтому нужно всегда ее контролировать. И Сеня, такой вот взгляд на него, мне уже не нравится. Поэтому у нас Сенечка живет в отдельной комнате с Санти, кстати, у которого она сейчас отнимает мячик. Потому что она может найти повод для драки. Ну, просто вот сама его создать и это, сама придумать, сама обидеться и сама подраться. Был случай, когда Санти с Есеней тоже, ну, живут в отдельной комнате. И 4 часа ночи, наверное. Слышим, что идет бой. Просто собаки дерутся. Что такое?
А мы все время оставляем их, я проверяю, чтобы там не было ни игрушек, из-за которых они могли подраться, ни вкусняшка само собой, ничего. Серьезная такая драка. Залетаю в комнату. Дочка тоже просыпается, прибегает. Смотрим, разнимаем их и пытаемся понять, что же случилось. Оказывается, Есения наблевала и стала охранять свою блевотину. И Саня влетела за то, что та подошла к ее блевотине. Вот, то есть вот сама создала и сама это наказала. Вот такая вот собака Есения. Волшебная. Ты мне чуть ногу не сломала. Жива. Поэтому они у нас в свободном полете в доме только тогда, когда никто из людей не ест, из детей. Когда спокойная обстановка. Вот мы их выпускаем из комнатки. В спокойной обстановке они со всеми дружат, кроме Форсы. Вот с Форсой они не хотят. Вернее, ну как, может быть, она не хочет скорее. У них неприязнь, поэтому никогда в общем, в местах общего пользования они у нас не пересекаются. Форса, не Вайс и Синий. Форса со всеми остальными тоже спокойно может, ну, тоже может подраться, но это должна быть причина какая-то. Вот. А с ними может просто на ровном месте. Поэтому у нас эти три собаки, вернее, вот Санти, Сеня и с Форса никогда не пересекаются. Так что, как и все, с кем-то дружим, против кого-то дружим, да? Вот мы пришли с прогулки. Вчера там тоже просится, скоро идет очень. Здесь место занято. И тут место занято. Здесь. Отдыхайте пока, отдыхайте. Потом вас выпущу еще разочек. Давайте. Так. Ну, если рассказать немножко о наших кардиганах, то вот это наша королева-мать. Сейчас она у нас совсем раздета. Вылинула полностью. Рядом с ней вот эта Элфи. Это дочка из ее первого помета. Она оставлена в нашем доме сознательно. Дальше вот эти две пигалицы. Это триколорная Элис. И вот эта вот маленькая Жасмин. Это две сестрички, одна пометница. Эту девочку мы не планировали себе оставить. В принципе, мы сейчас готовы с ней расстаться, если найдутся хорошие руки. Эта собака идеально подходит для спорта. Элис! Элис! Девчонки, как видите, очень послушные. Молодец, девочка, умничка. Вот такие красоточки. Так что Жасминочка. Она будет идеальным компаньоном спортивному человеку. Жасмина и Элис, да, это я про вас. Им в ноябре будет 2 годика. Кого ждем? Катя, ты замечательно гуляешь. Очень хорошо, только очень медленно. Сидит так. Удобненько тебе? Единственная странность у моих кардиганов, не знаю, как у других, вот почему-то наши кардиганы, они не играют в игрушки. Ни мячики мне интересны. Ни в какие игрушки не хотят играть. Вот старшие еще Казы, Элфи, они могут играть в палочку, поносить ее вдвоем, одну палочку очень. И еще они могут поиграть в яблочки. Прям с удовольствием поиграют. Потом, конечно, съедят, но перед тем, как съесть, они обязательно с ними поиграют. Вот. А так ни в какие, ни в мячики. Вот, не интересно. Элис, смотри. Это не то, что сейчас они перестали играть, или я с ними не хотела играть, я все время пыталась с ними поиграть. Скорее. Опа. Вот они его догонят, и все. И не возьмут. Они все такие. Щенячество.
Почему, я не знаю. Вот с боксерами я всегда, с щенками, когда выходила, они игровики очень такие хорошие. Я привыкла, что у меня собаки играют со мной. Мячики, палочки, игрушки. Нева домой! Нева! Нева домой! Самые голосистые, как помню кто-то, я не помню кто уже, как-то сказал, что они просто концентрированные собаки. У них в маленьких телах, заперта, огромная собака, энергии много, эмоций много, и вот они все наружу прут, эти эмоции. Поэтому маленькие собаки такие гавкучие. Ты мои зайки, мои сладкие, мои умнички-то. Так что у нас есть два концентрированных пёселя. Это Дизи и Стеша, да, Стеша наша. Наша девочка Стеша. Ты моя красотка. А Стеша уже лапки сидит. Господи, вот совсем недавно еще лежала у меня комочком на ручках. Уже лапки сидит. Как быстро время идет. Очень быстро. Это Кобелина. Ну, вот она, девочка, написывает, как мальчишка. Вот так начинается мое утро. С прогулок, да. С прогулок. Вот, когда все собачки выгулены, кто-то из них покормлен. Почему кто-то? Потому что у нас все взрослые собаки, в том числе и цверкпинчеры, едят один раз в день вечером. Вот. Два раза в день, а иногда и три раза в день. У нас едят только беременные и кормящие. Или, не дай бог, нездоровые собаки, у которых проблемы там с желудком или ЖКТ. Она писает, как кобель. Вот стоит, писает, задрала лапу. Ой, что с ней будешь делать? Она дочка Стеши, и вот она Стешу всю загнобила. Она ее построила. Вот такая вот девчонка. А взрослой, здоровой собаке вполне достаточно одного кормления в день. Они чувствуют себя на одном кормлении прекрасно. Упитанные, активные, здоровые. Вот мама Стеши, не мама, бабушка Стеша, дожила до 15 лет у нас. Ее прабабушка точно до 18, если не больше. Я вот не знаю, когда, но 18 лет она еще была жива. Так что это собачки-долгожители. Ну и наконец-то мы делаем котам отдельный вход в санузел, где стоит стиральная машинка, на которой мы их кормим. Чтобы собаки не ели еду кошачью, да и чтоб греха таить, чтоб не зарезали в кошачий туалет, что у нас некоторые практикуют собаки, любят полакомиться не тем, чем нужно. Мы делаем вот такую дверку специальную для котиков. Все котики пролезут в нее, а вот собачки нет. Посмотрим, понравится ли котам нашим это новшество. Будет все время тут кушать. Собаки им здесь не мешают. Ну, что с ними делать? Там еще матрасик лежит. Он никому не нужен. На. Это корыто меньше, чем вот это. Вам нужно поменяться. Нет? Удобненько? Ой, господи, чудище.
а чудище. Вот что с ними делать? Ну вот что? Вот три дебила. Просто три дебила. Вот большая корыта. Вот маленькая корыта. Рядом еще и матрасик лежит. Нет. Ну, большое корыто. Маленькое корыто. А теперь мы идем выгуливать человеческих детей. Здорово. Тихо.